шестой этаж. Он укреплен и хорошо охраняется. Возможно, Гассан засел там. Принято. Разберемся с этим гадом раз и навсегда. Летим. Право 6, иду к точке зацепа. Понял. Пятый на первом этаже. Цепляйся, Сол. Гоуст, мы готовы. Видишь? Так точно. Начинаем. Подтверждаю, лейтенант. Что у тебя? Гражданские. Заложники. Гассан тянет время. Устраняйте угрозы. Право 3 освобождает заложников. Встречаемся на этаже. Двое внизу. Если надо, смени положение. Разрешаю атаку. Чисто. Право 3. 5-5 под контролем. Понял. Этаж 5-5. Вхожу. Впереди четверо. Трое в комнате, один в коридоре. Уй! Я на секунду, мне показалось, что там есть оружие у кого-то, право неважно. 5-5 под контролем. Понял, этаж 5-5, вхожу. Впереди четверо, трое в комнате, один в коридоре. Зачисти район, прежде чем идти дальше. Но я... Четыре цели, прикончи их побыстрее. Вы издеваетесь? Я пытался ползти направо, он не полз направо. Право. Давай, 3, направо, вниз. Он не... Во. Понял, этаж 5-5, вхожу. Впереди четверо, трое в комнате, один в коридоре. Все. У нас чисто. Соуп, доклад. Остался один этаж. Понял. Занял позицию на следующем этаже цели. Трое движутся, двое на постах. Раз, два, три, четыре. Подождите. Пять. Право. 5-1 чисто. 0-7. Понял. Иду. Прайс. Все заложники в безопасности. Принято. Всем идти к серверной. Хранитель 1, мы на этаже, что у вас? Ласвелл, что это вообще было? Джон, ракета на первом этапе пускового цикла. Имейте в виду, пульт управления не в контейнере. Значит, он у Гассана. Мы выдвигаемся в район цели. Отбой. Нам нужен пульт управления. Надеюсь, Гассан здесь. Живучие какие. У меня просто триллиард вопросов, откуда они берутся, серьезно. Я вроде уже зашел комнату, прошел. Чел появляется просто слева. Хранитель у меня в упоре буквально. Этаже, что у вас? Че это за по счет постановка такая? Что это вообще было? Джон, ракета на первом этапе Ужас. Пускового цикла. Имейте в виду, пульт управления не в контейнере. Значит, он у Гассана. Нам нужен пульт управления. А потому что их здесь слева больше оказывается, чем ты видишь изначально. И проходить надо вот так. Идем дальше. Да почему ж у вас у всех дробовики-то, а? Секунда просто, секунда. Возьми их тоже. Ну, так сейчас быстрее дело пойдет. Чисто. Чисто. Внимание всем. Цель не обнаружена. Идем в диспетчерскую. Диспетчерская тут рядом. Идем.
броня. Прайс, как дела там? Нормально? Пошел ты нахрен. Тебя тут даже. Я ваши серваки разнесу сейчас. Уже. Есть один. Жить. Дробовик. Господи, твою мать, я не могу с этой игры просто. Я правда меня тошнит нахер просто от этого. Сейчас что происходит? Это вторая сложность. Я захожу в эту игру, в гребаное Call of Duty в сюжет, чтобы просто пострелять по ботам, твою мать. Я захожу, и они меня убивают как в мультиплеере. Ну, буквально, типа. Просто буквально как в мультиплеере. Проблема в том, что правда условия, не как в мультиплеере, да? Немножко. Так, куда мы идем? Я не знаю, дробовик всегда будет актуален, видимо. Не выбивается. Что делаем, Прайс? Ну, заперто, видимо, он должен что-то сделать, но он не делает этого. Да неужели? Сюда, сержант. Гасан уже близко. Это, наверное, самый странный запуск кампании колды за, типа, по последние несколько частей, потому что здесь половина не работает, половина вот так работает. Вижу диспетчерскую. Внимание всем! Гасан не обнаружен. В диспетчерской пусто. Гоуст! Нашел что-нибудь? Принцесса в другом замке. Я его видел. 46-й этаж. Понял. Выдвигаемся. Назад, сержант. Цепляйся. Точка входа 4 этажами ниже. 5-й право. Хожу на 40-м этаже. Понял, идем к вам. Затянем петлю. Соуп, когда мы найдем пульт, отменять запуск ракеты будешь ты. Понял. Я это уже делал. РПГ! А может я повешу здесь? Ладно. То, что вполне себе устраивает позиция на окне. Там еще были. Браво, внимание. На лестнице. Идет вниз. Принято. Газ, он пошел к тебе. Понял. Твою мать, он свою кинул. Где он? Он еще не один. Да где вы орете? Идите сюда. Уроды без брони, давайте, давайте. Хоть толпой. В таком-то помещении.
Чисто! Иди на лестницу. Газ, доклад. 07, цель окружена. Этаж 46. Понял, идем к тебе. За мной, сержант. Идем на лестницу. Вниз! Живо! Неплохо. Внимание всем! Ракета стартует! Повторяю, ракета стартует! Нет, нет, нет! Твою мать! Куда она нацелена? Не знаю, пытаемся выйти. Понял! Мы идем за Гассаном! Сюда, сержант! Газ, мы подходим справа! Гассан засел за этой дверью. Тогда зачистим и берем его. Гассан за этими дверями. Где Гассан? Мы загнали его в эту комнату. За мной. Пусти туда змейку. Соу, опознай Гассана. Нам нужен пульт управления. Сейчас. Потому что надо было просто выбивать. Ничего не сломал. Норме. Давай, у тебя получится. Соп, идем. Хранитель, пульт управления у Гассана. Мы идем за ним. Поняла. Учтите, ракета нацелена на Вашингтон. Времени у нас не так много. Гассан в самый... Она не удержится! Прыгай! Твою мать! Ломай его теперь. Управление дважды нажмите, чтобы использовать как щит. И что это было? Соп, ты где? Допустим. Держи, где ремонт? Пульт у меня. А вот оружие потерял. Не смейте нам. Даю хранителя один. Соп, ракета стартовала. Тебе нужно подорвать ее дистанционно. Еще бы я знал, как это делается. Нужна монтировка чего? Но это потребует времени. О, господи. Готов. Открой пульт. Черт. Цель Вашингтон. Блин. Сержант, поторопись. Счет на минуты, в лучшем случае. Что, правда? Так, продолжаем. Давай уже. Координаты 38, минус 77. Это Пентагон. Его цель Шепард. Нет, Шепарда там нет. Ага, зато есть 30 тысяч других людей. Заканчивай. Твою мать. Сержант, сначала тебе надо перейти в режим диагностики. Быстрее можно говорить инфу? Нажми Ctrl и Escape одновременно. Я в системе. Теперь прямое управление. У тебя там 4 колонки данных. Мне надо знать, что во второй строке третьей колонки. Но утратила волю к борьбе. Вторая строка, третья колонка. Процент. ESP. Сработало. Теперь нажми влево и Ctrl, чтобы включить прямое управление. Ну, черт. Есть прямое управление. Поняла. Убедись, что ты в укрытии. Дальше будет шумно. Сержант, ракеты на полпути к цели. Заверши последовательность. Найди укрытие и открой пульт. Немедленно. Все, я готов. Давай. Вообще не готов. Нажми линк, когда четвертая позиция загорится зеленым. Она взорвалась. Принято. ВВС подтвердит. Спасибо, сержант. Ага. Приятно иметь с тобой дело. Где Гассан? Он не один. С ним охранники Алькаталы.
Я убью их всех, а потом пойду за ним самим. Отбой. Твоих же мать, ты долго это делаешь. Неплохо, Джонни. А теперь самое трудное. Самое трудное я сделал, лейтенант. Тебе осталось выжить, разобраться с этим. Я хочу, чтобы разработчики этой игры горели в аду. Это такое говно, боже мой. Черт. Прикалываетесь? Есть прямое управление. Поняла. Убедись, что ты в укрытии. Дальше будет шумно. Окей. Держи ракеты на полпути к цели. Заверши последовательность. Найди как угодно можно было это сделать более-менее интересно. Они решили сделать беготню от чуваков. Давай. Последний шаг. Нажми линк, когда четвертая позиция загорится зеленым. Она взорвалась. Принято. ВВС подтвердит. Ни хрена не могу скрафтить, просто вообще ноль контента. А? Приятно иметь с тобой дело. Они постоянно по мне стреляют, оружия у меня нет. С ним. Скрыться я не могу, а это убожество какое-то просто. Просто убожество. Дай, подожди, чё я нахер? Давай. Чёрт. Есть прямое управление. Она взорвалась. Принято. ВВС подтвердит. Спасибо, сержант. Что, твою мать, требуется металл? Приятно иметь с тобой дело. Можно повзрывать их, я понял. Где Гасан? Он не один. С ним охранники Алькаталы. Я убью их всех, а потом пойду за ним самим. Отбой. Твою же мать, нахрен. Неплохо, Джонни. А теперь допустим. Самое трудное я сделал, лейтенант. Увидим. Тебе осталось выжить, разобраться с охраной и убить Гасана. Можно открыть ящик с инструментами. Осторожней, Джонни. Это будет шумно. Я нашел канцелярский нож. Вот это уже что-то. Боевики Алькаталы носят броню. Советую их оглушать, а уже потом убивать. Ищи подходящие материалы. А нож как не? Придется ломать. Нож это прикол. О, господи, можно нормально спрятаться. Типа, я не знаю, сделать это нормально именно осознанно очень сложно, потому что, типа, просто сдохнешь, скорее всего. Скотч. Можно сделать газовую ловушку. Нашел скотч. Нашел воск. Если помнишь, из них можно делать домовухи. А если я сейчас с домовухой зайду внутрь? Я смогу убить ножом? Ну, допустим. Допустим, этот идет назад, и сейчас попробую его сзади взять. Да стой! Чего? Один оглушен. Доставай за точку. Гали его. Три пули. У него, ну, очевидно, у него было три пули, я согласен. Стекло. Нашел стекло. Найди скотч и сделай заточку. Можешь разбить стекло и добыть еще, но тебя услышат. Так, а заточку, а смысл? Можно было, короче, это не делать. Скотч и стекло. У меня есть заточка. Так. Видимо, к ним, типа, нельзя подойти сзади, поэтому они такие... Можно сделать монтировку. Противостелсовые. Это не выломать. Стекло бесполезно. Это бесполезно. Так, на металл можно закинуть в микроволновку. Допустим. Типа, кто-то подойдет и взорвется, это будет супер странно выглядеть, но я хочу на это посмотреть. Тут осколок стекла. Можно сделать заточку. Теперь я могу сделать монтировку. Это монтировку? А, давай. Причем, что самое интересное, концепт, ну, типа, миссии, он более-менее прикольный. Это такая-то что-то просто бредятина какая-то. Мне интересно, как, что будет происходить на, например,
типа, максимальной сложности меня просто будут, ну, все шотать буквально, там, с пистолета. Подобрал скотч. Теперь я могу сделать заточку. Я ничего не могу сделать. Вы хоть предмет нормально побросали сюда, я не знаю. Открой, пофиг. Хотя бы оно открыто. Я не могу кинуть. Черт. Тут микроволновка. Ну так и закинь в нее металл. Искрами можно отвлечь противника. Ну можно где взять металл? Отвлечь, но это типа... Проверь мусорные баки. Может, найдешь чего? Тут алло, у тебя есть металл, ты можешь это искрами сделать. Искрами можно отвлечь противника. И где взять металл? Проверь мусорные баки. Может, найдешь чего? Нашел свечку. Сделай домовые ловушки. Да я не могу. Вы так душно разбросали здесь припасы. Их просто нет. Да капец, просто вообще нечего делать на этаже. Здесь что? Металл. Класс. Тут скотч есть. Скотч и стекло. У меня есть заточка. Но это мало. Это вообще ничего. Нашел какую-то химию. Да неужели? Так, газовая ловушка. Да давай домовую. Самое надежное, по-моему. Вон две штуки. Сейчас я дымовыми, сейчас их и вынесу просто всех. Один в отключке. Давай точку, кали его. Отличный выстрел, лейтенант. Точно, сержант. Внимание всем. Гасан мертв. Противник убит. Власти утверждают, что причиной взрыва в центре Чикаго, который случился прошлой ночью, стало короткое замыкание. Тысячи людей остались без света. Ожидается, что наладить подачу электричества удастся к вечеру. Зверушная муть. Вольный пересказ. Оно и видно. Иран, Алькатала. Картели, русские. Шепард, тени. Они обошли нас. У них была фора. За победу над Гидрой. Шепарда нашли? Никаких следов. Ничего, найдем. Есть рыба крупнее. Я узнала кое-что про русских. Это грязная тема. На конвой напали ультранационалисты. Кейт, с этим все. Нет, еще нет. У них новый партнер. Кто? Мы его не знаем. Он не новый.
Кто это? Макаров. Задел-то какое продолжение хотят делать? Ну, очевидно, что Call of Duty. Слушайте, это самое нестабильное, что я проходил, мне кажется, в этом месяце вообще, потому что, типа, по концепции все круто, ну, то есть миссии, как всегда, неплохо сделаны, поставлены, но, я не знаю, ТТК на, типа, низших сложностях это какой-то бред, потому что тебя выносят, как будто ты реально в мультиплеер играешь, а... Противники разбросаны так, что непонятно, то ли они телепортируются, то ли целенаправленно прячутся от тебя, чтобы ты их не заметил, а потом в последнюю секунду подойти к себе просто в ухо вставить пистолет. Я не понимаю, что это было, но... Короче, сюжетка Вангарда была поприкольнее, как по мне. Оно красивое, оно нормально сделано с точки зрения там продакшена и все такое. Вот, но очевидно, что-то им прям конкретно было, по-моему, насрать на сюжет в этой игре, в принципе, как и всегда. Но что-то в этот раз он сделан прям как-то слишком на отвали. Не знаю, у меня сложилось такое впечатление странное. Вот. Ну, понятное дело, что колдауны выходят все равно, они для сюжета и так далее. Им как бы нужен там Warzone, но вот реально добавление щитов, ё-моё, вот эти щиты, а.к.а. реально просто они сделали, типа, танков, которые впитывают пули. Это так тупо, и, видимо, будет сцена после титров. Возможно, хотя, в принципе, там уже клиффхенгер для фана. Смотри-ка. Дамы и господа, наш самолет завершил набор высоты. Сейчас вам будет подан обед. Горячее вы можете выбрать в меню. Мясо, курица или рыба? Только салаты. И эта сцена еще существует. И, видимо, они будут ее, не знаю, переделывать. Но это уже... это не скоро. Это у нас Modern Warfare в следующем году не выйдет, в любом случае. Будет какая-то другая часть. Короче, не знаю, с точки зрения геймплея, с точки зрения конкретно геймплея, как по мне, Vanguard был прикольнее, и большинство миссий там работали гораздо стабильнее и лучше, нежели чем это все работает здесь. Вот. Но в целом, сюжетка колды. Как бы сценарически херота полная, геймплейно местами прикольная, местами странно. Ничего другого совершенно не ожидал. Но, возможно, кому-то прям понравилось, не знаю. На этом мы полномочия все. Call of Duty пройдено, может быть, на релизе поиграем в мультиплеер, очень сильно в это сомневаюсь, но посмотрим. На этом все, если вам понравилось это видео и прохождение, поставьте лайк, прокомментируйте, подпишитесь на канал. Если вы еще не подписаны, не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Также подпишитесь на канал в Телеграме, там есть новости, анонсы, мемы и все, что вам нужно понимать на данный момент в игровой индустрии. Ну, если вы совсем отчаянный, можете подписаться платно на Boosty, получить доступ к дополнительному контенту. Это было прохождение Call of Duty Modern Warfare 2 2022 выпуска. Вы были на канале FazGuard TV. Увидимся.